Доброго вам дня, мои хорошие. Сегодня собрала первые огурчики и решила показать, как я их буду малосолить. Быстро, они будут готовы буквально через 2 часа. Вот я взяла такие средние величины огурчики. Килограмм. Рецепт я вам дам на килограмм. Беру вот такой пакетик. Вы можете брать любой пакет. У меня пакет для заморозки. Я сюда порезала листья хрена и укроп. Перекладываю в пакет. И теперь огурчики буду сюда укладывать. Их буду я разрезать на две половинки. Вот так. Вот этот большой довольно-таки, я его сделаю на 4 половинки. Носики у огурцов я обрезала. Это для того, чтобы они дали больше сока. Так, мы все огурчики сейчас с вами уложим в наш пакетик. Ой. Ну, а эти вот положу целенькими. Они поменьше. В наш пакет я укладываю 5 зубчиков чеснока. Горошин перца горького. И теперь сюда я высыплю 1 столовую ложку соли. Вот у меня 1 столовая ложка соли с горкой. Я высыпаю. И 1 чайную ложечку сахара. Вот такую, 1 чайную ложечку. Закрываю наш пакетик. Вы можете завязывать, если у вас простой пищевой. У меня для заморозки. И вот так вот все там буду перетряхивать, чтобы огурцы наши дали сок и как можно больше. Оставляю так на 2 часа. Все, я оставляю огурцы на 2 часа. И через 2 часа я открою уже малосольные огурчики, которые будут хороши с молодой картошечкой. Ну а так, как вам будет угодно. Посмотрим через 2 часа, какими они будут. Мои дорогие, прошло ровно 2 часа, как мы сделали огурчики наши. Замалосолили их, так сказать. Сейчас мы открываем наш пакетик. И достаем. По прошествии 2 часов вот наши огурчики. Запах изумительный. А сейчас я их возьму, положу обратно в холодильник. Мариновались они у меня, вернее, как малосолились. Без холодильника, при комнатной температуре. Теперь я их закрою вот так обратно и положу в холодильник. Пожалуйста, мои хорошие. Малосольные огурчики за 2 часа. М-м-м.
вкусняшка. Я рекомендую вам вот так малосолить огурчики. Быстро, на скорую руку. Всего вам доброго, мои дорогие. Не забывайте канал Пчелка ТВ. Я всегда рада видеть вас у себя на канале. Пока-пока!